Шум леса, обеды у костра, ночевки в палатке и никакой связи с внешним миром. Даже телефоны здесь почти не ловят. Таковы условия жизни в молодежном лагере «Регион 93», который находится за станицей Крепостной. Каждое лето форум объединяет талантливую и активную молодежь со всего Краснодарского края. Ирина Войтенко приехала с делегацией из Северского района. Девушка признается, первый раз в жизни ночевала в палатке. Но эти полевые условия ей очень по душе. Для меня это полная трансформация. Ты отдыхаешь и морально, и физически, и эмоционально. Вот полностью ты, тут сети нет, ты абстрагирован от всего мира. Впрочем, все время наслаждаться природой не получится. Программа каждой смены слишком насыщенная. Участники форума посещают образовательные лекции, тренинги и мастер-классы. Разрабатывают социально значимые проекты. Мне здесь нравится даже больше, не знаете, не то, что нас чему-то новому учат, что-то новое рассказывают, атмосфера, люди, что тут приехали люди с разных районов. Мы делимся опытом. Очень интересно получать знания от других людей, которые даже могут тебе в жизни и в твоей профессии пригодиться. По традиции, почетными гостями форума становится краевое руководство и главы муниципалитетов. Посетил регион 93 и руководитель администрации Северского района Андрей Дорошевский. В первую очередь заглянул в локацию к нашим ребятам. Пообщались в теплой, непринужденной обстановке. Интересовало молодежь многое. Например, каково это – быть главой целого района? По-разному. Интересно, не скучно. Вместе с главами других муниципальных образований Андрей Дорошевский выступил в качестве спикера, встретившись с участниками смены «Время первых». Всех рад вас здесь видеть, приветствовать. Я на самом деле очень рад, что такие мероприятия проходят на территории Северского района. Я надеюсь, что эти мероприятия будут продолжаться в дальнейшем, развиваться что-то более крупное, более значимое. Встреча прошла в рамках проекта «Госстарт-диалог». Это новая федеральная программа, которая направлена на повышение престижа государственной и муниципальной службы. Андрей Дорошевский рассказал о своем пути на должность главы района и о самом важном в своей работе – постоянном общении и взаимодействии с жителями. Каждый присутствующий здесь, каждый живущий в Краснодарском крае, в нашей большой огромной стране, каждый день мы что-то делаем, позитивно что-то создаем, и по кирпичику мы закладываем могущество нашей страны. Молодежный форум «Регион 93» проводится в Северском районе с 2005 года. За это время в нем поучаствовало более 20 тысяч человек.